Здравствуйте, мои хорошие, канал Лайф Второй Надежда. И сегодня небольшой расклад. Отойдем немножечко от сложных раскладов, которые заставляют думать, и перенесемся во что-то приятное. Расклад будет называться «Что меня обрадует в ближайшее время». У всех расклад отыграется по-разному. Может быть, для кого-то эта ситуация отыгрывается уже на данный момент. Здесь я, к сожалению, не могу, да, ни сроки вам спрогнозировать, у каждого по-разному. Но, тем не менее, мы посмотрим. Смотреть буду на двух колодах. Это Таро «Древний свиток» и золоченое Таро Барбары Мур. Я думаю, тоже многие с ним знакомы в исполнении Чиромарчетти. Три позиции. Сигнификацию посмотрим на золоченом Таро. Будет, конечно же, сигнификация. Колода у меня появилась недавно. Кстати, по просьбам в комментариях я попросила, каких колод на канале не хватает. И написали, что колода Чиромарчетти. Но эту колоду я давно для себя хотела. Как-то я о ней подзабыла. И тут решила, да. Нужна мне данная колода, яркая, красивая, но пока еще новая. Не совсем легко тасуются и карты из нее вытащить. Ну, это дело времени. Я надеюсь, вы смогли выбрать свою позицию. Сигнификацию в любом случае, как я уже говорила, буду смотреть, чтобы вы понимали о вас расклад, либо не о вас. Кто на канале первый раз, ваша задача выбрать первую, вторую, третью позицию, либо ту карту, под которой вам кажется, будет ответ на ваш вопрос. А мы смотрим. Итак, позиция номер один. Вы на данный момент, либо ситуация, в которой вы находитесь. А вы готовитесь здесь к празднику. Кто-то собирается на отдых, кто-то собирается в отпуск, кто-то собирается здесь на корпоратив, да, новогодние праздники нас впереди ждут. Но здесь такие сборы для того, чтобы вот десятка кубков, да, эта карта была и в дне колоды, в начале видео, и перетасовав, все равно она вышла. Здесь у меня единички хотят праздника, готовятся к празднику. То есть это не предвкушение праздника, не желание пригласить меня кто-нибудь. А здесь уже факт, что вы уже начинаете сборы. Путешествие, я говорю, может быть, здесь командировка, но командировка здесь предполагает не только работу, но и отдых, совмещение приятного с полезным. Здесь может быть, да, семейный отдых, здесь может быть корпоратив, здесь может быть на встречу с друзьями, на встречу с семьей, на встречу с близкими, родными людьми. То есть здесь ситуация, в которой вы сейчас находитесь, здесь проблемы такой, вот где бы вы брались бы за голову, да, где бы вы сейчас страдали, переживали, нет, здесь хорошее событие. Сейчас вот затмевает все какие-то, может быть, бытовые моменты, которые вас точно так же волнуют. Но вот предвкушение такого события, вот оно у вас здесь на повестке дня. Смотрите, здесь и рыцарь кубков, здесь карта суда. Здесь также, смотрите, девятка пентаклей. Ну, смотрите, здесь единички, если вы правильно свою позицию выбрали, а я думаю, вы ее выбрали вот после сигнификации, точно поймете, ваша позиция не ваша. Здесь горести и печали я не вижу. И собираясь на вот это мероприятие, либо на вот эту встречу, в путешествие, вы понимаете, что ваша жизнь перевернется и повернется наконец-то ваша фортуна в вашу сторону. Здесь нет колеса фортуны, да, фортуна я обозначила удачу. Вы понимаете, что ваша жизнь после вот этого события будет другой. Может быть, здесь кто-то готовится к свиданию, к какой-то встрече и понимает, что это будет некое такое судьбоносное событие, которое понесет за собой что-то такое для меня хорошее, приятное. Внешне улучшусь, зарабатывать буду больше, буду чувствовать себя хорошо, буду чувствовать себя любимым. Вот здесь вот все хорошее. Здесь я прям рада тем картам, которые здесь я вижу. Так, давайте все равно смотреть здесь. Итак, вот какое-то событие здесь уже в движении, вы к нему движетесь. Может быть, кто-то действительно сейчас из отпуска уже
смотришь, что вышел на моем канале новый расклад. И дай-ка я посмотрю, что еще хорошего меня обрадует. Ну, давайте будем смотреть, что еще вас обрадует в ближайшее время. Что обрадует? А ведь кто-то расстроится тому, что у вас здесь вот на вашей улице перевернулся фургон с пряниками. И вас это событие, что кто-то будет чувствовать досаду свою от того, что у вас все хорошо. Кто-то будет чувствовать себя вот, знаете, вот что вот, ах, она счастливая, ах, ей хорошо. И вот такое, знаете, вот чувство, что ему будет плохо. А вас это обрадует. Здесь может быть даже так, что вы назло, да, или вопреки какой-то ситуации, а я все равно устрою себе праздник. А ты, там, мой доброжелатель, там, или мой вредитель, увидишь, и ты сам себя съешь. Вот такое здесь. Кому-то вы доставите неприятные моменты, и вам от этого будет хорошо. Кто-то расстроится от того, что вы в прекрасном будете настроении, будете выглядеть шикарно. Знаете, вплоть до того, что путешествие не путешествие, мероприятие не мероприятие, а вы потом выставите фотографии, либо там напишите впечатление какое-то вкупе с этими фотографиями, статус. И вы будете четко знать, что те, кто нужен вам, они это прочитают, и их это расстроит. И вот предвкушение, ну подожди, я тебе еще покажу, да, ты еще посмотришь. Вот это вас обрадует. По факту здесь, да, здесь кому-то здесь будет больно и досадно от того, что в вашей жизни происходит что-то хорошее. Будет такой, знаете, ему подзатыльник какой-то, вот пинок под пятую точку, вот с вашей стороны, вот в благодаря вот вашему какому-то состоянию, либо событию, которое в вашей жизни будет. Да, здесь вы скажете, что пусть мне тут где-то не повезло, но зато я сейчас здесь сделаю себе хорошо, а ты, там мой хороший, либо моя хорошая, вот теперь позадавайся мыслями. Где я, с кем я, почему у меня такое хорошее настроение, почему я так хорошо выгляжу, почему я там сейчас там всегда фотографировалась на фоне ковра, а тут я фотографируюсь на фоне там шикарного там лазурного берега и так далее, и так далее. Здесь чьи-то эмоции расстройства, они вас обрадуют. Пусть здесь не такое вот событие, да, что там подарок, там не знаю, приз какой-то выиграете. Здесь все на эмоциях завязано. Но вы еще потрете вот так вот ручки и скажете, ага, почувствовал плохо себя. То-то же. Вот такое здесь интересное событие, которое вас обрадует в ближайшее время. Ну, видимо, кто-то заслужил того, чтобы ваша радость его очень сильно расстроила. А если здесь радость была такая, что вы назло кому-то сделали себе хорошо, то я здесь поздравляю вдвойне. Потому что всегда нужно думать о себе в первую очередь. Я надеюсь, вам расклад понравился. Жду обратных комментариев, жду пальчиков вверх. И будем снимать, конечно, подобные видео на канале периодически, потому что проблемы проблемами, сложные отношения – это сложные отношения, будем во всем разбираться. А маленькие, приятные, радостные события, они все равно важны для нас. И важны от слова «очень». Вторая позиция – ваша сигнификация. На данный момент хочу уже отдохнуть, все достало, надоело. Я нуждаюсь в отдыхе здесь. Здесь в предвкушении выходных, в предвкушении отгула. Кто-то здесь может действительно находиться на больничном. И в предвкушении того, что вот я скоро мне работать, да, но я хоть сейчас отдохну. Кто-то здесь готовится к тому, что все, я сейчас себе возьму выходные. И вот ждет, да, ожидание отдыха, который здесь уже вот физически необходим.
Да, здесь, смотрите, здесь человек, который смотрит данную позицию, находится в довольно сложном эмоциональном состоянии, когда здесь разум уже просто кричит о том, что тебе нужен отдых. Сколько можно думать, сколько можно переживать, сколько можно ночами не спать, сколько можно ждать. Возьми передышку. Здесь может говориться и об отношениях, которые сложные, и когда бороться уже здесь уже сил нет, все, берут паузу, да, все, напишу, что между нами должно быть какое-то молчание, чтобы принять решение. Кто-то здесь на работе физически уже настолько вот загнал себя, загнал, что действительно понимает, что дальше оно уже будет невозможно работать. Вот уже и бессонница здесь мучает, и уже переживание, что надо отдых. Глобальная здесь мысль, которая тянется, в какой ситуации вы находитесь, в дикой усталости от какого-либо момента, от какой-либо проблемы, и вы готовите себе отдых любой, но готовите. Давайте еще посмотрим здесь, может быть, стоит дополнить еще. Да. Здесь подготовка, решение, импульс для того, чтобы сделать себе отдохнуть и даже порадовать. Я сейчас пойду, допустим, на больничный, попрошу знакомого врача выписать мне больничный, а в этот момент пойду там в спа, сделаю там себе массаж, сделаю себе маску, вот и выйду как королева красоты из этого салона. Отдохну душой и телом. Кто-то здесь, что я сейчас дождусь там выходных, и как я отдохну, весь день со всех сторон буду валяться по дивану, и мне будет так хорошо, да, устрою себе обед, там завтрак, обед и ужин в постели, просто буду расслабляться, ничего не делать. Но здесь, вот на вопрос здесь, мнимое ли желание отдохнуть? Нет, не мнимая здесь ситуация, которая действительно говорит о том, что вам нужен отдых, отдохнуть. Кому-то даже отвлечься, если мы говорим о ситуации, связанную с какими-то любовными переживаниями. Здесь нужно поменять декорации. Здесь действительно взять, может быть, паузу, поставить многоточие и просто отвлечься на что-то, что вас радует, что вам нравится здесь. Отдохнуть надо и как от физической работы, так и от эмоций, отношений. Это позиция вторая, сигнификация. Если ваша позиция, то смотрим. Итак, что вас обрадует в ближайшее время? Я хочу сказать, что здесь спокойствие здесь действительно наступит. Здесь какой, знаете, вот какая-то наступит такая стабильность. Кто-то некую стабильность, когда все хорошо, все ровно. И неважно, что в отношениях пауза, либо я сейчас нахожусь в долговременном каком-то отпуске. Кто-то скажет, что это болото, это не развивающаяся ситуация. Для вас же, вот на ваше эмоциональное состояние, это будет такая радость, это будет такое счастье, что все, наконец-то все остановилось, что, видимо, вы в таком темпе здесь жили, что каждый новый день вас встречал полной неожиданностью, что вы уже готовились к новому дню, вот уже с каким-то, не знаю, вот тиком на глазу. А здесь раз, и поймете, что наступила какая-то стагнация. Вы выдыхаете и говорите: ну, наконец-то, вот оно, счастье. Кого-то здесь, второй вариант, обрадует какие-то достижения детей, для кого есть дети. Олимпиаду выиграют, да, соревнования какие-то выиграют, там, четверть закончат хорошо. Детские радости здесь тоже есть. Также здесь еще может быть ситуация, что вы своего собственного ребенка чем-то порадуете и при этом сами испытаете невероятное удовольствие. Угу. Сейчас еще расширю позицию. Тут четверка мечей, да? Там четверка мечей. Смотрите, отдохнуть здесь, вы отдохнете. Вот сама возможность отдыха
принесет вам радостное состояние на душе. Даже если у вас график там 25 часов в сутки, и это длится уже на протяжении миллионов лет, и просвета в этом нет, вы найдете возможность отдохнуть. Случайно вдруг, я не знаю, предприятие ваше остановится, и пусть это будет вынужденный для предприятия, а для вас отдых. Случайно вдруг о вас вспомнят, что у вас куча переработок, и скажут: а не пора ли тебе, моя дорогая, либо мой дорогой, отдохнуть? Здесь отдых. Когда вы скажете: ничего не хочу, отойдите все от меня, не звоните, не пишите, все, жалюзи опустили на стекла, дверь закрыли на все замки, все звонки выключили, дверные, телефоны, и просто наслаждаетесь вот этой тишиной, и вот это вас порадует. Возможность передохнуть и набраться сил, потому что сил здесь нет. Выйдите из этой паузы, отдохнувшись, с новыми силами. И, кстати, здесь можете для себя уже принять решение, от чего вы готовы отказаться, а от чего нет. Восьмерка кубков, все-таки это карта такая, что я уже смогу для себя выбрать, что мне надо, что не надо, от чего я должна отказаться, пусть даже вынуждена. Но я говорю, для кого-то здесь отыграется ситуация с детьми. А может быть, здесь даже так, что дети, может быть, вы в детском саду работаете, да? Или у вас ребенок такой вот непоседливый, такой активный, и вам тут предлагают: давай там на 2 дня мы твоего ребенка возьмем там, а ты отдохнешь. Даже такая вот маленькая радость. Пусть тут не такое событие, которое, как я говорила в первой позиции, да, что предложение какое-то там или подарок какой-то. Но даже такие вот маленькие эмоциональные радости, они несут за собой много смысла. Здесь может наступить момент даже такой легкой перезагрузки, когда вам на какую-то ситуацию даже легче будет смотреть, легче принять решение. Вторая позиция. Если нравится, поддержите пальчиком вверх. Жду от вас обратной связи, насколько отыгрался данный расклад для вас. Ну и совет здесь, вторую позицию, конечно, надо вам отдохнуть в любом случае. Всеми возможными способами. Итак, третья позиция. Вы, либо ваша ситуация, в которой вы здесь находитесь сейчас. Вы что, влюбились здесь, что ли? Здесь долгая эмоциональная связь, долго кого-то любите, долго о ком-то думаете. Здесь пусть и карты положительные, да, и паж кубков, и рыцарь кубков по нарастающей, умеренность карта такая нейтральная. Но здесь может говориться о том, что здесь долгая эмоциональная связь, как в хорошем смысле, да, долго пребываете в хорошем настроении, потому что появился там новый мужчина, который вас радует, который достойный, с которым все хорошо. Также здесь может быть и долгая эмоциональная связь, зависимость, которая вызывает переживания и даже слезы. Кубки – это все-таки вода, это эмоции, и эмоции могут проявляться не только улыбками и хорошим настроением, эмоции могут проявляться слезами и переживаниями. Поэтому здесь для кого как, здесь от плюса до минуса, но здесь вы долго в эмоциональной здесь зависимости находитесь. Король жезлов. Да, здесь от человека. Сейчас вы находитесь в долгой эмоциональной зависимости. Вам тяжело с ним. Вы переживаете, вы расстраиваетесь. Здесь даже отчаяние где-то уже наступает. Но отпустить данную ситуацию вы не можете. Разрешить со своей стороны вы ее здесь тоже сейчас не можете. По умеренности здесь вы готовы ждать. Может быть, ждать, что ситуация сама собой разрулится. Может быть, ситуация, что мужчина что-то сделает. А может быть, ситуация, что я сейчас еще посмотрю на развитие отношений, а уже дальше мне уже четко будет видно. Потому что есть некоторые моменты в отношениях, когда с пылу с жару не всегда актуально принимать какие-то решения. Посмотреть динамику или дать какие-то сроки. Может быть, здесь тоже речь о сроках, что вы дали человеку какой-то срок для его действий.
Может быть, здесь и так. Карты новые, еще тяжело вытаскиваются. Долгие качельки здесь. Долгие качели. Долгая зависимость, качели. И каждый раз кажется, что все, вот, наконец, ситуация разрешается, а она снова. От этого здесь и тяжело. Все, здесь больше даже добавлять не буду, потому что те, чья позиция, с кем, точнее, позиция резонирует, вы меня услышали, вы себя здесь узнали. Ну, давайте смотреть, что вас обрадует в ближайшее время. Но здесь дикая, конечно, зависимость. Пусть здесь дьявола нет, но карта суда, колесо фортуны, умеренность и под прикрытием десятки жезлов. Это, конечно, тяжелая зависимость. И качели такие, ух, какие. Что вас обрадует? А вы получите какое-то приятное и ожидаемое вами сообщение, послание, звонок, кто-то подарок. Причем здесь вы уже и ждать не ждали. Махнули рукой. Не знаю, кто-то дождется свою потерянную посылку даже, вплоть до того, что даже там что-то покупали, что-то это. Уже все сроки, вам уже, например, уже даже деньги вернули за то, что вы ждете и не дождались. А тут раз, оно доходит. Кто-то здесь получит сообщение от человека, от которого здесь уже ждать не ждали. И опять же, также махнули рукой там, ну и ладно. Потому что здесь уже состояние некого такого отчуждения и обнуления. Да, что я уже не жду, не хочу. А тут раз, откуда ни возьмись, там тук-тук, там. Вам письмо, да, танцуйте, вам письмо, вам посылка, вам сообщение, звонок на телефон. И это вас обрадует. Паш Пентакли – это вестник. Это вестник с чем-то таким, что либо потрогать, либо понюхать. Либо что-то такое, о чем потом надо будет еще думать. И причем после этого сообщения, либо во время этого сообщения, вы так и скажете, ну надо же, ну наконец-то, что-то сдвинулось с мертвой точки. Ну неужели? Может быть, вот долгожданный звонок от мужчины, с которым качели, да, там, или сообщение, ну, неужели очнулся там, ну, неужели проснулся? Да, что-то вы здесь такое получите, рыцарь Пентаклей. Однозначно здесь, над чем вы подумаете, и здесь будет некий факт, некий ресурс, который вас обрадует. Что здесь? Может быть, здесь действительно звонку обрадуетесь от человека, от которого уже и не надеялись получить звонок. Подарок вам кто-то пришлет, передаст. Вот почему я говорю понюхать, да-да. Парфюм кто-то вам пошлет, ваш любимый. Поэтому здесь поздравляю. Третья позиция. Здесь действительно будет что-то такое не эмоциональное, а действительно что-то получите. Пусть даже это звонок, но долгожданный, да. Это все равно, что взять какой-то подарок в руки. Мы же ждем, вот мы его получаем. Я надеюсь, вам понравился данный расклад, легкий, непринужденный, хотя где-то вот кого-то здесь всколупнуло какой-то момент досадный, но я не специально, поэтому я прошу прощения, если кому-то напомнило о каких-то больных мозолях. Если вам нравятся подобные расклады и в целом все резонирует, конечно же, поставьте мне лайк и жду от вас обратной связи. Ну а на сегодня все, до встречи в новых видео. Пока-пока.